Всем привет! Сегодня я пришла с работы, такая замученная немножко, и решила все-таки снять видео о моей весенней сумке, что же я в ней ношу. Почему решила снять именно сейчас это видео? Потому что зачастую я всегда вынимаю все из сумки, когда прихожу домой, и когда ухожу куда-либо, я могу взять другую сумку. Наполнение ее меняется. Так как я сейчас пришла с работы, это будет именно такой, наверное, рабочий больше вариант, чем парадно-выходной. Парадно-выходной я не буду, наверное, снимать, потому что в основном там будет бальзам для губ, блеск какой-нибудь, либо помада, кошелек, телефон и что-нибудь, может быть, из документов, если нужно. И это все, а так в основном самые такие нужные вещи я ношу на работу. И давайте посмотрим, что же я такого ношу все-таки в своей сумке. И сумка у меня выглядит вот таким вот образом. Я уже как-то показывала ее в покупках. Покупала я ее зимой еще. Она идет на длинной ручке такой, как сейчас в принципе модно. Она такая больше как портфель такой вот школьный, напоминает мне почему-то, и из-за этого она мне в принципе и понравилась, когда я ее покупала. Наполнение сумки вас, наверное, удивит. Я здесь вот держу все, что только можно. Я не знаю, как вообще это все помещается. Значит, что у меня лежит сверху? Это пакет-сумка для покупок. Дальше наушники. Потом идет у меня чехол от очков. Так, это будет как бы из косметических средств. Это я уже покажу с косметичкой. Так, дальше у меня идет PSP. PSP. В общем, я говорила, что я его часто ношу с собой. Это так и есть. Дальше идет у меня крем для рук от Organic Shop. Я сейчас ношу с собой крем-бальзам для рук и ногтей, органическое масло Нероли, жемчужная пудра, сенегальская акация, защита и укрепление. В общем, мне нравится этот кремчик. И я им сейчас пользуюсь. Дальше у меня идет спрей. Это, по-моему, от Fresh Juice. У меня с лаймом, по-моему. В общем, зеленый чай там и лайм какой-то. Я точно не помню уже. Я переливаю в такую миниатюрку, чтобы было удобно носить с собой. И миниатюрка у меня туалетной воды Пурбланка. Я ее, в принципе, люблю, она мне нравится, и вот тоже перелила в миниатюрку. Дальше у меня идет всем известные гигиенические средства женские, сухие салфетки, мокрые салфетки, лоток. И дальше у нас идет косметичка. Косметичку я покажу вам чуть позже. Вот, как вы можете заметить, отделение у нас уже пустое, в принципе. И остался один вот кармашек, который я вам сейчас покажу. Так, здесь у меня лежит зеркальце такое. Потом лежит у меня два телефона. Куча всякой всячины. Ладно, сейчас покажу. Так, я недавно обновила карточку свою, зарплатную, кредитную, в общем, не знаю, как ее называть. В общем, по ней я получаю свою заработную плату. Но она как бы кредитка идет. В общем, карту визу обновила, пин-код у меня, на всякий случай, пока не запомнила. Потом чеки у меня какие-то, деньги. Люди, если есть еще кто-нибудь такой же, как я, к
который собирает мелочь и потом ее ходит меняет, скажите, отзовитесь. Я хоть буду знать, что я не одна. И в принципе все. Здесь уже все пусто. Вот здесь тоже пусто. И теперь перейдем к этому кармашку. Открываем его. И что мы здесь видим? Пропуск на работу. Потом жвачка. Ключи от работы. Флешка. Тоже на работу нужна. Нужная вещь. И бальзам Кармакс. Вот, в принципе, и все. Сумкой у нас мы закончили. И сейчас перейдем к косметичке. И я вам покажу, что же я обычно с собой ношу. И первое, что я вам покажу, это я с собой брала хайлайтер от Муа. Потом румяна у меня такие, я не знаю, что это за фирма, Флорес. Дальше я с собой брала SPF защиту от Oriflame. Это крем-флюид, но у него SPF защита 35. И это средство у меня в основном как просто SPF защита. Плюс ко всему у меня крем на работе с SPF защитой, по-моему, 15 или 12. И BB-крем тоже с SPF защитой, поэтому... Когда я вот, как сейчас, ночной, я отработала ночную, и утром у нас светит солнце, уже очень жарко, в принципе. BB-крем Гаринье, лайт оттенки. Мне нравится, вот уже практически заканчиваю. Я довольна им. Еще у меня от Evelyn Cosmetics два корректора хайлайтера. В общем, корректор, хайлайтер, консилер, я бы даже сказала. Один у меня в 05 оттенке нюд и в 06 тоффи. Тоже их люблю очень. Дальше у меня тушь от Рилуи в коричневом оттенке. Потом у меня бальзам для губ Lip Ice. SPF защиты 15, что для меня важно. И только из-за этого я ему пользуюсь. А так, в принципе, он не очень мне нравится. Дальше у меня вот база под тени. Она у меня уже заканчивается. Здесь осталась, в принципе, вот капелька уже. У меня есть новая уже. И скоро начну ее. Также у меня тени от Color Tattoo, Taupe оттенки в 40-м, я ими сейчас стала делать стрелочки. Помада Lip Poly, она сейчас у меня на губах, такая вот телесно-розовая, у меня в 22-м оттенке, она Богема называется. И палетка теней от Mua тоже, мне она тоже очень нравится. Я ею довольна. Пользуюсь в основном на дневной макияж вот этим вот оттенком. Вот этим прорисовываю складку. И иногда я еще наношу на все веко поверх вот этого оттенка вот этот. Темными оттенками я делаю стрелки. Так же, как и кремовыми тенями от Color Tattoo, от Maybelline. Когда мне как захочется, поэтому вот тени тоже обязательно с собой ношу, потому что на работе я их не могу оставить, так как они мне могут понадобиться. В общем, я уже говорила, что я на работе умываюсь, также ухаживаю за своим лицом. Потом мне нужно накраситься, поэтому я с собой ношу, соответственно, косметику. И да, вы посмотрите на вот это. Я никогда бы не подумала, что это может выйти из моей маленькой сумочки. Это пипец. Это все наполнение моей сумки. Надеюсь, вам оно понравилось. Если да, то поставьте пальчик вверх, я буду знать.
принципе, это и все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.